Всем привет! Калининградская зима, на термометре где-то минус 17. Сейчас будем пытаться заводить дизель. На самом деле, кто знает, тот понимает, что в Калининграде температурный режим немного иной из-за влажного воздуха. И наши минус 15 это как минус 25 где-нибудь в Москве. Ну, правда, термометр в машине показывает минус 12,5. Вот. Но утром было 22 градуса. Греем свечи. Честно, не знаю, заведется машина или нет. Но вроде подает признаки жизни. Ну вот, как всегда, с полтучка. Спасибо Мерседесу.